Всем привет! Деревянные щетки для барабанов стоят довольно дорого. Скажем, ну, средняя цена $20 и выше, да? Ломаются они гораздо быстрее, чем палочки. Вот вам небольшой лайфхак от меня лично. Как я этот вопрос решаю для себя? Значит, покупаем в магазине вот такие шампурчики. Стоимость $2 в среднем будет стоить. Нам понадобится еще изолента и такой вот жидкий клей, да? Горячий клей называется. Сейчас я покажу, как все это работает. Покупаем пакет шампуров, там их 100 штук. Делим на 5, по 20 шампурочков. Да, у нас получится 5 палочек. Вот. Процесс изготовления очень прост. Помогут мне продемонстрировать это. Кто сегодня? Это моя доченька Малика. И мое солнышко, моя сладкая, сюда смотри, вай-вай-вай. Передаю камеру, значит, дочке своей, и дальше смотрим, как все это делается. Малика, снимай внимательно. Значит, мы вот разделили одну упаковочку уже по 20. Сначала мы выравниваем палочки и где-то посередине фиксируем их, скажем так, изолентой. Довольно туго зафиксировали просто посерединочке. Отлично, режем. Отрезали. После этого переходим на вторую стадию. Да, это оставь, пока это не нужно. Сюда раздвигаем и начинаем заливать все это дело жидким клеем. Вот, заливаем, не жидким, извиняюсь, горячим клеем, да, меня поправляют здесь. Заливаем это дело, все, перевернем, раздвигай. Вот, желательно делать это побыстрее, потому что он довольно быстро сохнет. Вот, ну, клея, я думаю, достаточно. После этого берем изоленту и финально фиксируем нашу щетку. Делать это нужно аккуратно, потому что клей действительно горячий. И если он попадает на руку, то, в принципе, не так, что болезненно, но неприятное ощущение. В конце мы немножко заливаем клей еще сюда. Все. Осторожно, там кофеварка ничего с ним не станет. Фиксируй. Ну вот я чутка обжегся. Пролилось. Так, здесь пролилось. В принципе, мы можем здесь просто закрыть. Ну и дальше, в зависимости от того, насколько вам нужна выдвинутая щетка, вы можете зафиксировать ее чуть выше. Мне нужно, чтобы она была чуть по зажатии, так скажем. Поэтому я еще немножко ее перекрою. Хотя это уже, как говорится, вопрос опциональный. Давай. Ну что ж, вот у нас получилась довольно-таки приятная щеточка. А звучит она? Как звучит? Ну, у меня там уже готово несколько. Пойдем, мы посмотрим, как они звучат, так скажем. Вот уже готовые наши две щеточки. Звучат они довольно-таки мягко после палочек. Всем привет! Выключай!